Bonjour à tous. Французский – красивый, изящный язык любви и романтики. На нем писали Дюма, Мольер, Бальзак, создавали свои энциклопедии Жан-Жак Руссо, Дидро. В данный момент у нас есть прекрасная возможность виртуально посетить музей Лувра, Версальский дворец, Нотр-Дам. Но чтобы ближе познакомиться с историей Франции, самое время начать изучать французский язык. Et alors, restez à la maison et apprenez le français. Карантин. Немые мысли. Вирус по земле прошел. Мы на проводе зависли, счет в календаре ведем. Дни и ночи, без недели, мы в онлайне проведем. Bu dil şirinlikdə şərbət kimidir. Saflığı qorunan sərhət kimidir. Anamız vətən də qürbət kimidir. Öz ana dilini bilməyənlərə. Evdə qalın. Азербайджан Дельмирена. Заскучала наша школа, загрустила в тишине, опустили коридоры, стулья в классе на столе. Сиди дома, но не забывай учить химию. Коридоры гулким эхом отражают каждый звук. Что случилось в самом деле? Почему так пусто вдруг? Успокойтесь, коридоры, и примите не грусти. Мы вернемся очень скоро. Просто в школе карантин. Здравствуйте, мои дорогие ученики. Сидите дома и не забудьте, учите географию. С большим уважением, Чанан Гасан. Мы сегодня все грустим. В нашем доме карантин. К нам пробрался вирус страшный, он противный и опасный. Оставайтесь дома. Калейдоскоп событий век от века перемещает даты, имена. И все, что было где-то с человеком, расскажет нам история сама. Ребятки, остаемся дома и вместе учим историю. Кто скорее он ушел, даже сделаем укол. Что быстро победит, будем витамины пить. Евдогал дерстен галма, азербайджан дилини өйрән. Bu dil tanıtmış bize bu dünyada her şeyi. Bu dil ecdadımızın bize miras verdiği kıymetli hazinedir. Onu gözlerimiz tek koruyup nesillere biz de hediye verir. Пойти нельзя, гулять зовут меня друзья. Говорят, опять нельзя, нельзя туда, нельзя сюда. Но это что за ерунда? А зверей я один? Скорее снимайте карантин. Оставайтесь дома. Оставайтесь дома, но не забывайте про физкультуру. Уходи скорее, злодей, и не мучай так детей. Окна им пооткрывали, вон из дома закричали. Сиди дома, учи физику. Чтоб скорее ушел, даже сделаем укол. Чтоб быстрее победить, будем витамины пить. Stay home and learn English. С эпидемией столкнулись, мойте руки, чаще рот. Не пугайтесь, не волнуйтесь, все когда-нибудь пройдет. Сил вы больше набирайтесь и начнем другой отчет. Сидим дома, не забываем про изобразительное искусство. Занимаемся творчеством, рисуем. Пандемия пандемии, а книги читать надо. Начни с литературы, с самого начала. А если не понимаешь математику, то изучи. Но главное, оставайся дома. В тепле и здравии.